Жорка засмущалась, видел, что я на него камеру на нее направил и сразу же преобразился. Побежал на кухню, красотунчик там. Виктория сейчас ему вкусняшек даст. Но он же любимчик, как же? Конечно. Он скоро уедет. Он скоро уедет на 3 дня. А паники на неделю целую. Еще неделю назад стали готовиться к его отъезду. Я буду плакать, мой зайчик. Я ее знаю. Этот ягненочек уже неделю как готовится к отъезду. Собрал чемодан уже, все уже, поводок, шлейку, ошейник. И пирожочки в дорогу. Да, бабушка ему сейчас пирожочки печет в дорожку. Слышите? Сковородка. Полтора часа, да? И каждый час по пирожочку пристал. Пока доедет. Полтора пирожочка съест. Так, ну, что тут у нас? Какие события? Опа! О! Вот у нас тут что уже? Кто у нас тут? А? Жорка, иди к тебе гости. Вот так. А вы что? А? А вы тут сидите? А он там уже. Передончик. Где тут они? Вот он. Уже на кухне. Правильно, занимай папку. Вот он, Спиридончик, а? Спиридоша. Вот ты, Жоржик, уедешь, а он будет на твоем месте сидеть. Пошел уже обследовать ноги мои. Сейчас на зуб попробуем кожу. Ну, правда, он вышел, отметился сразу. Видите, вот следы по следам можно увидеть. А вы что страдаете? Он сам перелез через заборчик, его никто не подсаживал. Вот в награду ему за это и свобода. А как вы хотели? Сидя в теплом месте и не оставил своих следов на асфальте или там еще где, на ламинате, так и будете тут. Так, уходи, надо будет... А тут у нас завтрак. А мы готовимся. Готовимся к походу. А тут уже нагулялся и назад просится. Что, сюда пойдешь? Тут же коллектив, видите? Первые следы. Ой, первые следы. Вот они. Передончик. Все, теперь он будет залазить, вылазить сюда. Видите, что делает? Ну, давай, разгоняйся быстрее. Ты же вылез туда. И сюда вылезешь. Ребята, я был там, я это сделал. Смотрите, я там след оставил. Мой дядька был на Марсе, а я был на ламинате. Знаете, что такое ламинат? Такая скользкая штука, по ней ходить можно. Так знаете, куда ведет ламинат? Нет, не знаю. Ламинат ведет на кухню. А что такое кухня? Кухня, это вот... Такая штука, вот, как вот эти вот чашки, только там их много. И еще там есть колбаса, там еще холодильник.
Ну все, холодильник, мы слышали, что это такое. А еще что там есть? А там еще бабушка. Она все готовит. Нет, там не бабушка, там прабабушка. Ну да. Прабабушка уже. Ну что? Посижу сейчас, опять пойду на кухню. Там папка мой. А кто такой папка? Папка? Ну это такой же, как я, только большой. Большой-большой. А что он делает, папка? Папка? Он убегает. Куда? Куда? За забор. А что такое забор? Ну это вот куда ты лезешь, только высокий-высокий такой. И он через него прыгает? Нет, он через него не прыгает. А как же? А он через него проходит. Он забор открывается вот так вот. Вот. Сейчас мы откроем. Опа, вот он. И все. И он выходит, папка, через него. А что он? Сколько раз выходил? 4 раза. Ух ты. А ты сколько раз выходил? А я сегодня первый раз. Первый раз. Круто. Первый раз. И что, тебе на кухне дали что-нибудь? Дали, конечно. А что тебе дали? Пенделей. А что такое пенделей? Это... Он закрывает ворота. Пенделей? Это такие, знаете, такая антиколбаса. Пенделей. Ага, будем знать, что это... Пенделей, это значит антиколбаса. Угу. Правда, мы еще плохо знаем, что такое колбаса. Но знаем, что это не колбаса. Вот и все. Вот мы сколько знаем. Мы каждый день узнаем новое, новое и новое. Сегодня у нас знакомство, видите, с заборчиком. Ну что? Взрослеем. Становимся на ноги. И... Преодолеваем барьеры и идем к светлой жизни, вот туда, где солнышко.